Здравствуйте! 23 апреля в сообществе WebToken Profit стартовал новый сверхприбыльный проект «Криптоакселератор». Предназначен этот ресурс для майнинга собственной криптовалюты ВЕК, но есть в этой системе еще одна вспомогательная единица – ускоритель мощности «Аксель», который ускоряет скорость майнинга. Так вот, сам по себе этот «Аксель» стал пользоваться повышенным спросом и дорожает прямо на глазах сумасшедшими темпами. За первые 5 дней цена подскочила в 5 раз. Это 500%. И самое главное, что продать свои аксели можно в любой момент и в любом количестве. Алгоритм колебания цены устроен так, что цена растет с каждой продажей. То есть, чем больше продаж, тем быстрее растет цена. При этом уже образовалась довольно приличная очередь на покупку акселей, потому что существуют аксели в ограниченном количестве. Купить их можно только у тех людей, которые купили их раньше. Есть еще один источник получения акселей – реферальные бонусы за приглашение, выплачиваются в акселях. И тут уже без всяких очередей они появляются сразу на балансе. Есть нюанс. Для того, чтобы пользоваться этим ресурсом, надо оплатить лицензию. Именно от стоимости лицензии, купленной вашими приглашенными, и начисляются реферальные. Подробнее о проекте «Криптоакселератор» читайте на сайте. И в описании под этим видео есть видеоинструкции для тех, кто не знает, как оплатить лицензию криптовалюты ВЕК. А вот сами эти аксели покупаются с долларового баланса, который пополняется с обычных платежных систем или банковской картой, если выбрать фрикассу в методе пополнения. За помощью обращайтесь в личку, контакты есть в описании под этим видео. А сейчас посмотрите процесс изменения цены акселя на практике в отзыве Сергея Кушнира. Аксели – это мощности, это ускорители майнинга. Берете лицензию за $30, у вас открывается лимит на покупку акселей. Акселей продаются каким образом? На сегодняшний день цена одного акселя $0.48. Но стартовая цена была 10 центов, да, когда продавались первые 30 тысяч акселей. И с продажей каждого акселя цена постоянно увеличивается. Здесь стоят ордера на покупку. На сегодняшний день на $22,595 стоят заявки на покупку акселей. Акселей продаются в порядке очереди. Видите, вот у каждого человека есть номер заявки, по которой он создавал для покупки акселей. Вот, и когда вы сделаете тоже заявку на покупку акселей, у вас тоже появится подобный номер. Давайте я один ордер отменю, чтобы показать на практике, как это все работает. Вот, есть, например, у меня на балансе $47. Я тоже хочу купить акселей, да? Я вот прописываю 47, нажимаю кнопочку «Купить». Вот, пишет «Ордер был создан». И здесь внизу есть мои ордера. То есть, видите, я тоже создаю постоянно ордера на покупку еще акселей, потому что я вижу и понимаю ценность в них. И у меня появился номер покупки 572. Вот. И вот здесь я буду, я уже создал заявку, и люди, которые будут в сообщество приходить, которые хотят тоже акселей купить, они уже, их заявка уже будет после моей. И когда придет очередь покупки моей заявки, цена, конечно, на акселе уже может быть совершенно другая, правильно? То есть уже может быть и 0.50, и 0.52, и 0.60, и 0.70. Потому что передо мной много других заявок людей, которые хотят успеть купить акселе. Конечно, с продажей акселе курс постоянно меняется. Хотите, вам даже сейчас на примере покажу, как это все работает. Вот давайте зафиксируем курс, который капитализации моих акселей сейчас. Вот я сюда вставлю. И возьмем также, зафиксируем курс акселя. Здесь. Вот. Дальше мы берем, например, я продам. Блин, так жалко продавать. Ничего, продам 50 акселей. Вот, нажимаю «Продать».
Сейчас увидим, как поменяется курс и моя общая капитализация. То есть на этом вот сайте показывается общая капитализация моих асселей. Я продал всего 50 монет сейчас. Вот, видите, как поменялась капитализация моя. Также сейчас мы увидим, то есть она выросла. Также мы сейчас увидим, как поменялся курс. То есть за продажу всего 50 асселей. Вот, был 0.44, уже 0.48, 47, 50, 13. Вот видите, так каждый день люди, кто-то продает асель, люди покупают их. И, конечно, цена на асель начинает расти. Поэтому, что вам нужно сейчас сделать? Берете, регистрируетесь, пополняете на баланс веки, покупаете лицензию. После покупки лицензии уже пополняете деньги. Вот USD, там, если вы купили лицензию, за $30 можете максимум купить ASLI на $300. То есть нажимаете пополнить, выбираете платежную систему, через которую будете пополнять деньги. Или Perfect Money, или FreeCassa. FreeCassa это сразу с банковской карты. Вот кого нету Perfect Money. И как деньги будут на балансе, идете сразу выставляете заявку на покупку ASLI. Чем скорее выставите заявку, тем скорее придет ваша очередь, чтобы получить асели. Асели, ребят, всегда будут расти в цене. Всегда. Вот. Сейчас тоже каждый день продаются. В среднем цена растет на 10-15%. То есть заработок идет в сутки. И даже будет очень интересно для многих покупать асели и при $3, и 5, и 10, и 100, и 500, и 1000 даже долларов. Сейчас очень классное время зарабатывать асели. Можете их продавать в любое время, вы в любой момент можете продать асели, получить. Вот видите, мне сразу деньги пришли на баланс, и можете их сразу выводить на кошельки и как бы получать на свою банковскую карту. Желаю вам чем скорее приобрести асели. До новых встреч, пока-пока.